Шувалова Татьяна, 11 лет, школа номер 3 города Ханты-Мансийска. Отрывок из стихотворения Железнякова Полины «Ты извини меня, солдат». Ты извини меня, солдат, что не могу сказать ни слова, что слезы в горле снова, снова, что я молчу, смотря в глаза. Повестка. Сын погиб на фронте. Он воевал, он был солдат, он столько верст прошел в пехоте. Он так хотел прийти назад, хотел сказать: «Откройте двери, вот я ваш внук, ваш сын, ваш брат». Он так в победу нашу верил, он никогда не прятал взгляд. И до сих пор душе обидно, что не пришел домой солдат. Под безымянную могилу горит негаснущий огонь. Промчались годы горевые. Но мать к порогу выйдет вновь. Нет ничего сильнее в мире, чем материнская любовь.